счет контрольного времени. 5, 4, 3, 2, 1, старт. На первом посте выступает представитель команды Южного округа, мастер спорта Екатерина Зайченко Дмитрий, спортсмен 86-го года рождения. В первом упражнении толчке Дмитрий показал результат 127 подъемов. На втором посте выступает представитель команды воздушно-десантный поезд, заслуженный мастер спорта гвардии сержант Павла Валерий, спортсмен 87-го года рождения. Толчки показал результат 126 подъемов. На третьем мосте выступает представитель команды Восточного военного округа, мастер спорта международного класса, старший лейтенант Расланин Андрей, спортсмен 89-го года рождения. Результат в толчке 131 подъем. На четвертом мосте выступает представитель команды Центрального военного округа, заслуженный мастер спорта, прапорщик Карасин Антон, спортсмен 79-го года рождения. Толчки показал результат 123 подъема. На пятом посте выступает представитель команды воздушно-космических сил, мастер спорта международного класса, рядовой плотник Вячеслав, спортсмен 98-го года рождения. Толчки показал результат 122 подъема. На шестом посте выступает заслуженный мастер спорта, прапорщик Красов Андрей, спортсмен 81-го года рождения, представляет команду воздушно-космических сил. Толчки показал результат 77 подъемов. Прошло 2 минуты. Прошло 3 минуты. Прошло 4 минуты. Thank you.
Прошло 5 минут. Судьи следим за фиксацией верхнего положения. Должна быть остановка мере. Прошло 6 минут.